Виталик позвал. Что, ты начинаешь делать стойку для сапов? Да. Отлично. Не стойку, а подставку. Смотри, как гвозди перевернуты ужасно. Понятно. Уже знаешь, да, что будешь делать? Уже вытащу. Да. Могу показать. Давай, покажи. Это будет, значит, ожидание, реальность? Один в один вот такая будет. Ожидание. Вот такую стойку под сапы. Ага. Ну, давай, посмотрим. Ну, только единственное, у меня будут белые. Картежники здесь. Ну, посмотрите, что вытворяют. В азартные игры сидят, играют, а? Все. На что играете? На что? На желание? Да, на всякое. Да, не, ну как? Ого! Это что такое уже? За полчаса? Мне весь день было делать. Из него потом палатку на пляже не сделают? Сделал. И финты себе. Сделал стойку, покрасил. Я предлагаю сейчас сделать два мешка цемента и забетонировать его там. А есть! Цемента есть. Ты зря, ты зря так шутишь. Нет, все. Так. Ну вот они понесли на пляж. А ты мне укол не сделал. Как ты хочешь? Да не все. Она тяжелая, давай пипец, попробуй, да? Так? Да она не тяжелая, она неудобная. Неудобная. Мы не поймем, как ее. Пока вот так, Валерий. Кому я за тобой не вижу ничего. Че, твои? Ну вот так будут стоять что. А лупоглазика только не забудьте. Лупоглазик там. Все заняты. Здесь будут оладики с кабачков. Отжала лишнюю воду? Надо отжимать. Мама прибрала в этой комнате. Теперь сюда можно хотя бы заходить. У меня здесь, видите, какой классный шифоньер. Шифоньер. Он весит тонну, наверное. Я не разрешаю его выбрасывать, потому что он очень крутой. Ну что, ребят, бизнес попер. Виталик выставил сапы, сделал стойку, выставил сапы. И мне пришло уже на карточку первые 500 рублей. Не, вообще, не жила тебе? А тебе жена? Нет, мне не жила. Я тоже не жила. Пойдемте вместе посмотрим. И как раз встретим закат сегодня. Закат сегодня очень тепло и не штормит, так что закат будет очень красивый. Бизнес с сапами считается открытым. И по-любому будет успешным. Короче, один сап уже уплыл в море. Просятся дети. Виталик мне звонил, рассказывал, говорит, просятся дети, но у нас нет жилетов. Ни в коем случае не разрешаем детям до 18 лет. Пока у нас нет жилетов. Сейчас мы заказали два жилета или три, я не знаю, сколько он там жилетов заказал. Придут жилеты, и тогда можно будет брать с детком. Вот, пока нет. Так, а тут у нас кафешечка-то, смотрите, строится. Вот, пожалуйста, блин, куличку бы эту пройти по бутерам. Ну, смотрите. Уже покрасили, поставили, видите? Клумбочки. Ну и все будет классненько нам здесь. Какая-никакая кафешечка на улице. Никакая-никакая, а клевая, красивая кафешка получится. Дегорчика добавят. Будет какое-нибудь тематическое. Вообще будет супер. Такие дворики классные. Надо это увеличить. Блин, интересно сейчас, как там Виталечка. И я представляю, как он волнуется. А я еще была дома, грузила видео на YouTube. И поэтому не поддержала его, он был один. Я не представляю. Вот как он там. Но он с ребятами. У нас еще ребята. Они только завтра уезжают. Поэтому он вместе с ними здесь был. Он был не один. Ну, посмотрим. Посмотрим. И ой, моя мама, конечно, как нарядится. Я явно не в нее. Я люблю наряжаться. А вон наш сап, он лежит. Слушайте, заплыл в море. Леха лежит по-любому наш сап. Сейчас покажу.
Вон, Леня, Виталика, там ажиотаж. Рассказывать, что как. А вон, о, блин, он уже встал, я хотела показать. Сейчас Виталик инструктаж проводит. Ой, привет! Привет, малышка! Ты как? Ты купалась? Ты купалась, да? У тебя мокрые трусики, ты купалась. Ну что, пошел сад, да? Пошел сад. Да, вы тут как местные, да, уже? Работа тяжелая. Я так понимаю, ты уезжать уже не хочешь, да? Мы остаемся еще на неделю. Я тебе говорю, я знала. А где еще один? Ангелина гоняется за этими. За дельфинами? Да. Красавчик Ангелина. Супер. Надо было мне, чтобы она меня с собой взяла. Виталь, ну поделись впечатлениями, как ты сдавал первый саб. Волновался? Ну так, чуть. Они хорошо все ездили уже этот. Да? Но потом, когда он начал плыть, я понял, он говорит, я говорю, ну, умеете плагрить? У меня дома сап. Но когда он начал плыть, я понял, что он где-то все-таки превратно. Что сап это надувной матрас, да? Вот три сапа в море. Круто. Блин, мне нравится. Я кайфую, когда что-то получается. Щет. Она на сапах сейчас плавала, и рядом плавал дельфин. Дельфин. Где? Сейчас, смотри. Не бойся. Вон. О, ну далеко. Ну далеко. Ну, было, а когда была без телефона, тогда было классно, тогда, правильно? Да, тогда он был вообще вот так 3 метра возле меня. И она говорит, у мужчины вот он прям под доской проплыл. Обалдеть, я тоже хочу. Вообще, так слышу. А ты бедная, да, пока за телефоном, пока туда-сюда, конечно. Ничего. Вы видели, я научилась стоять? Да, нам просто было опасно за тебя, что ты с телефоном была. А я его уже привязала. Ну так скажи, что это наш самый лучший отдых за все время. Скажи, вот это вот реально, вот без всяких приукрашиваний, это реально самый лучший отдых. Блин, это так здорово! Я вообще так не хочу уезжать, это вообще так... Да мы же остаемся. Такой кайф. Ребята, это кайф. Стелят нам во дворе. Вообще супер, блин, это потрясающе. Это же здорово, видишь, я не ошиблась с выбором этого места. Это место такое. Ты знаешь, что мне мужик сказал? Он сказал, что он в Кичмае видел двух медведей. Он говорит, я чуть не... Как он мог это видеть? Он говорит, я пошел в лес, они просто, говорит, выходят, но они, говорит, быстро убежали, испугались меня. Но я, говорит, просто в таком был шоке. Объясни мне, пожалуйста, почему ты столько времени пробыла с каким-то мужиком в море? Он мне рассказал все. А я ему предлагала, говорю, езжай со мной. Нет, я не поеду. Вот пришла. Огонь, ребята, огонь. О, боже, огонь. Так, покажите лагерю огонь. Лагерь огонь не видел. Лагерь начинается с огня, по-моему. Так, а как тебе отдых на море? Понравилось? Тебе хорошо? Поделитесь впечатлением, дамочка. А знаешь, как кто улетает на Бали и вот кто там живут, знаешь, долго, они такой фигней занимаются. Пишут на песке поздравительную открытку и стоит 1000 рублей. Вот ты Каме закажешь на день рождения, 1000 ей переведешь, она выйдет палочкой так на песке, напишет. Короче, Кама, с днем рождения, и все. Мне было 16 лет, я работала на косичках в Лоо. Да ладно? Да, и этот, и мы там делали эти татуировки, поняла, временные. Ты рисовала? Да, да там вообще легко, там трафарет, ты его вот так вот перекладываешь, этой фигней наделал, там подожжал, высохло и все. Слушай, ну и что, ты, наверное, после этого в Армавире решила открыть свой салон? Ну как, я на тот момент уже училась на парикмахера. Я с 14 лет поступила в Новороссийский колледж. Я отучилась, я уже на тот момент училась. Это была моя детская мечта, стать парикмахером. А сейчас уже, да, я открыла студию свою. Как называется твоя студия? Сарай. Сарай. Ну сарай, ну как сарай? Почему сарай? Ну сарай, ну представляешь? Запоминаешь, где ты был? Где ты делал прическу? В сарае. Нет, я понимаю, но это такое обычно, знаешь, как салон у Вероники, салон у Наташи, у нас, знаешь, а больше, у тебя сарай. У нас больше в Армавире такие, типа, gold house. Да, люкс, бренд, gold. А у меня по-простому, для простых людей, сарай. Слушай, кто в Армавире, наверное, все тебя знают, да? Тебя сложно не знать. Конечно.
У меня все девочки самые красивые приезжают. И самые стильные в своих городах. Вот видите, в Армавире какая есть красоточка. Из одежды такой классный салон для вас, для девчонок. Да, так что если твои подписчики вдруг будут в Армавире, каким-нибудь чудом тут заезжают к нам на кофе. А на покрасочку? И на покрасочку, конечно. Или только будешь кофе поить, красить не будешь. Так, что это было? Что принесли? Не надо так делать. Там медузы. Покажи, сынок, мне. Принеси мне, сынок, покажи. Уже дышать тяжело. Надо вскрыть, чтобы было дырка. А, ты думаешь, медузы дышат? Смотри, там медузы. Ой, Влад, так не видно. Можно ее так подержать? Вот так держать, да? Вон там медузы. Ну, вам, наверное, не видно их. Короче, там медузы. Будет возить на машине домой, на багажнике сапы. Плавать очень круто. Наша стоечка остается здесь. Я надеюсь, ее не сломает никто за ночь и не сделает из нее костер. Ну просто это было бы глупо, если бы это сделали. Мы будем надеяться, что не поломают. Виталик так трудился сегодня, делал. Сейчас будет Виталик все это выгружать домой. Самая неприятная часть. А в принципе, что тебе? Не жарко сейчас. Ну да, не то, что жалко, да. Да, здесь главное его не, этот, не зацепить нигде. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Мама что, только не нашла ключи, что ли? Берем тогда, загружаем видео. Чик. Блин, пальма, круто. Напугал. Я была в доме, я ничего не поняла, что происходит в моем дворе. Я выхожу, а там сосед. Он просто пришел и у нас во дворе косит траву. И все, он просто косит траву. Он так решил. Спасибо ему огромное. Такой хороший человек. Я несу завтрак Виталику. Он же у меня теперь трудится. Я ему несу блинчики с мясом и чай. Так вот. Бизнесмен мой. Ну что, расскажи. Да.
Я тебе еду принесла. Скажи мне, как бизнес? Ты продал что-нибудь сапы? Да, два, вон один. Всего два? Да. Ну вот, тебе на платье и на мороженое. А тебе, Людка, вот, на сапоги и на помады. Ты здесь полдня сидишь, всего и два. Сейчас только взяли. Давайте, лейте слезы, прощайтесь. Давайте. Будут на WhatsApp эти гифки друг другу скидывать. Да. Доброе утро. Вот так, так. Доброе утро. Поки-ноки. В сентябре. Вот так будем мы, понимаешь, с кастами прощаться. Ой. Знаете, очень сложно. Признаюсь честно, прям ребята классные. Прям и до этого девчонки ко мне приезжали классные. Прям вообще, прям начинаешь дружить с людьми и хоть бы не привыкать, да? Ладно, удачи им. Пускай едут, пускай все у них сложится, все будет хорошо. И мы обязательно их ждем в гости еще к нам. Ангелина подарила мне вот такую фенечку. Еще маску для тела. Блин, так классно. Принимаешь подарочки такие мелкие, такие классные. Спасибо, блин. Девчонки, вы у меня все, наверное, такие же классные. Потому что все друг друга притягивают. Здравствуйте. Ну как, покатались? Отлично. Все горит. Дельфинов не встретили? Дельфинов не встретили? Нет, сегодня нет. А что, они были? Вчера были, ребята, катались, прям под доску нырял. Ничего себе. Да, это крутое зрелище. Так, ну и что же с нашим бананом? Смотрите. Ребята, посмотрите. Это банан. Самые настоящие бананы. Влад, иди посмотри, у нас бананы. До них дотрагиваться нельзя пока, понял? Класс. Ты видишь? А? Вот они, видишь, маленькие, они потом вырастут еще. Офигеть просто, офигеть. Это потрясающе. Ребята, это просто, у меня нет слов. Ангелина, какие вы молодцы. Представляете, ребята съехали и помыли номер. Они убрали полностью, полы помыли. Боже, это восхитительно. Это восхитительно, ребята. Это лучшее место, которое было в моей жизни. Оно привлекает таких замечательных людей сюда. Я в восторге. Я в восторге просто. Я хочу сказать спасибо этой жизни. Спасибо этой жизни за то, что она так прекрасна. Она прекрасна, потому что ее наполняют прекрасные люди, замечательные, очень добрые, очень щедрые, я не знаю, очень... У меня нет слов, у меня сейчас просто нет слов выразить свои эмоции, что я испытываю как человек, создавший бизнес в Сочи, да, вот, я придумала когда-то просто переехать сюда, а потом так получилось, что... Мы купили землю, где можно было построить гостевые домики. И мы даже не ожидали, что все будет вот так. Это очень круто. Это очень круто. Это потрясающе. Это не объяснить словами. Это можно только чувствовать своим сердцем. И вот эту энергию добра отправлять ребятам. Спасибо, что... Нас окружают такие замечательные, такие крутые ребята. Ангелина, Камо, спасибо. Вы лучшие. Просто восторг. Если бы мне кто-то спросил, ну или когда-то сказал, что оно работает вот так, что... Ты будешь получать такие отзывы от людей, что ты будешь получать от людей такую энергию, это потрясающе, это чудесно. Это чудесно, что
мир такой интересный. Да, наверное, так. У меня... Вы знаете, у меня был один случай в Гоа. Мы дружили три подруги. И, значит, одна девушка, наша подруга общая, Елена, мне как бы перестала нравиться. И вот она мне не нравится, я не хочу с ней вместе ездить на закат, я не хочу с ней ездить кушать в кафе, я не хочу с ней проводить время. И, значит, я перестала это делать, говорю, ой, у меня там дела, мне в другую сторону, ну, лишь бы не с девчонками вместе, как бы. Хотя с одной из них я дружила и до сих пор люблю этого человека. Вот, Машка, привет тебе, если ты, конечно, смотришь. Вот она из Гоа, Маша, это которая Маша и Сеня. Ну, вдруг здесь кто-то есть и тоже гуашный. Маша с Сеней, которых свой борщ, клуб борщ в Гоа. Они очень крутые, они очень классные. И вот вторая девочка, значит, мне вот она не нравилась. И вот мы сидели один раз в этом клубе, ну, он такой круглосуточный клуб, и мы там были с детьми. И я, значит, сижу, и она идет, вот эта Елена. Я так на нее смотрю, ну, что ты мне так не нравишься? Ну, чем ты мне так не нравишься? Ну, что в тебе такого? Думаю, чтобы мне, ну, так мне не хотелось быть в твоем обществе. И такая думаю, ой, ты делаешь вот это? И вот так, когда ты себя ведешь, мне не нравится. И такая раз, и я понимаю, что это есть во мне. Что у меня такое же есть поведение и такое же отношение к людям, как у нее. И я тут же забыла про нее, начала прорабатывать себе, думаю, фу, как это нехорошо, я не хочу быть такой. И я начала менять себе это, и Машке рассказываю, говорю, Маша, ты представляешь, что я почувствовала? Я провела диалог сама с собой, проанализировала вот эту всю ситуацию с Леной, и я поняла, как здорово, что она появилась в моей жизни, она указала мне на те мои... нехорошие черты характера, нехорошее поведение, которое я сейчас должна обязательно исправить. И вот сейчас я понимаю, что эти люди, которые ко мне приезжают, которые нас окружают, это мое зеркало. То есть я все правильно делаю. Это круто. Блин, раньше я думала, только в Гоа можно получать такие инсайты. Только в Гоа можно из космоса вот это черпать вдохновение, вот это разбираться в себе. Оказывается, нет, я вам говорила, Головинка – это то место, которое очень схоже по энергетике с Индией. Да. Спасибо, ребят, еще раз спасибо. Спасибо каждому из вас, кто смотрит мой YouTube. Потому что меня смотрят только хорошие и добрые люди, и классные. Я вам желаю всего хорошего и побольше положительных эмоций в жизни. Мы с вами вместе.